Здравствуйте, друзья, меня зовут Юрий Спасокукоцкий, и это видео о том, что мне удалось очень улучшить мою форму за 24 часа. Я не знаю, видно ли вам при этом свете, но когда сегодня я проснулся, форма была очень сильно улучшена. Мне удалось стать больше и при этом не потерять в качестве. Я хочу снять это видео о том, как я это сделал. В общем, когда ты выступаешь на соревнованиях и завтра день X, то есть день твоего выступления, ты боишься, ты напряжен. Ты боишься быть залитым, заплыть. Я максимально засыхал до 86-88 килограмм. Если на соревнования выходил с весом 88, я вообще был пересушенный дрищ. Ну да, пересушенный дрищ просто-напросто. Высокий, очень рельефный и слишком худой. То есть, несмотря на очень хороший рельеф, есть такое выражение «спортсмен плоский». Мои руки меньше, чем они на самом деле. Плечи вообще не видно по сравнению с тем, какие они на самом деле. Уже после соревнований ничего не боишься, идешь, начинаешь есть, пить молоко, есть соленое. Что я вчера после соревнований ел, пил? Ну, сначала я пошел съел пиццу, потом я начал есть сладкое, молочное. Это были и пирожные, и мороженое, и пельмени. Ну, то есть просто нажрался простых углеводов, жиров, и, конечно, пил. Не выпил, конечно, 5 литров жидкости, но выпил точно, ну, наверное, ну, сколько мне хотелось, 1 или 2 литра точно. Я на этих соревнованиях весил 90 килограмм, то есть я загрузился больше, чем обычно. Но на следующее утро я весил 92,5 килограмм, при этом у меня не торчал живот, у меня не было широкой талии, нормально сходил в туалет, все вышло, и ну, я хочу сказать, что пока не потеряли в рельефности, я не знаю, может сейчас этого не видно, но сечка на боках не уменьшилась никоим образом, талия не расширилась, и действительно плечи и руки увеличились, но руки увеличились еще минимум на сантиметр. Я весил утром 92,5 килограмма, когда я проснулся. Ну, сходил в туалет, там, ну, не менее 92-200 мой вес для выступлений. Получается, мне надо грузиться на 12 часов больше. Мне надо есть и пить значительно больше. Нужно не бояться потерять форму, особенно если ты выступаешь в категории, где нет весовых. Я теряю преимущество, я не показываю свою подлинную форму, я показываю себя судьям пересушенным и плосковатым. Я в этом убеждаюсь уже не первый раз. Нужно просушиться до полного, сушиться до 88-86 килограмм, и потом грузиться, видимо не 12 часов, видимо сутки или 36 часов. Нужно обильно загружаться с достаточно большим количеством соли и воды. Хуже ты не становишься. Мне не хватает 12 часов загрузки. Я попробую это сделать на следующих соревнованиях, преодолеть свой страх, преодолеть свои комплексы. И сейчас же хочу вам сказать, что смысл этого видео в том, что просто манипулируя водой и солью, вы можете очень резко улучшить свою форму. Есть такой гормон альдостерон. Он из внеклеточного пространства, из-под кожи, контролирует переход жидкости в мышцу, то есть именно во внутриклеточное пространство. Получается, что если вы хотите перевести жидкость во внутриклеточное пространство, если это ваша цель, быть большим и очень сухим и наполненным, вы должны что-то сделать с солью. Вы должны есть достаточно много соли, пить много воды на безуглеводке несколько дней. Затем один день нужно убрать всю соль и убрать воду полностью. И затем нужно употребить в течение там суток или 36 часов много воды и много соленого, и много калорий.
много простых и сложных углеводов, и жиры. То есть это пицца, это сложные углеводы и это простые углеводы. Мне даже помогает, я заметил, и молочка. И вот в результате вот такая форма, которую я могу показать вам сейчас, но вчера я не показал ее на соревнованиях, о чем я очень сильно сожалею. Ребят, это был Юрий Спасруковский. Если вам интересны мои исследования в области улучшения тела человека в плане самосовершенствования физического и духовного, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с кнопочкой подписаться, чтобы настроить уведомления себе на почту, чтобы вы узнавали о новых видео на моем канале. Спасибо, друзья. Если же вы хотите улучшить свою форму, не знаете как, пишите мне лично. Я могу дать вам индивидуальный подход прямо по интернету или в зале. Занимаюсь с вами персонально в Москве. Пока. Вы тренер? Тренер. А вы можете меня потренировать? Могу. Но мне нужна очень глубокая проработка мышц. Тренер, я правильно делаю? Неплохо, неплохо. Продолжай. Ну, очень хорошо. Я сейчас правильно все делаю? Да, да, правильно. А какие сейчас мышцы у меня работают? Ну вот здесь вот и вот здесь. Ого. Вот. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. На моем посвященном юмору канале «Жирные приколы» вы можете увидеть смешные сценки, скетчи, приколы в тренажерном зале и не только. Поэтому подпишитесь, пожалуйста, на мой новый канал, чтобы посмеяться вместе с нами. И тем более скоро 8 марта и будут приколы по случаю 8 марта. Спасибо. Ссылка в описании.